Всем привет, друзья! Сегодня иду в FixPrice. Хочу себе посмотреть новые щеточки для своей сушилки, для своего дегидратора. Ну и хочу посмотреть, что же в этом магазине FixPrice можно прикупить нам с вами, девчонки, для работы. Ну что, пойдемте. Я пришла в FixPrice. Мы часто с девочками ищем кисти для шоколада, для декора шоколада. И вот на данный момент, по крайней мере, в моем FixPrice есть вот такие кисти. Сейчас покажу поближе. Вот такие две кисти. Шикарные. Вот как раз можно использовать для серебра, для золота, например. Кисть для макияжа. Очень хорошие кисти для работы с кандурином. Также есть набор маленьких кистей. Называется кисть для дизайна ногтей. 4 штучки. Они там разнообразны. Есть тонкая. Вот можно промазывать. Молды. Ну, в общем, 4 разные кисточки, которые тоже будут неплохи для работы. Что тут есть еще? Есть вот такие кисти для макияжа лица. Обычно это тоже искусственная щетина. Вот эти две хорошенькие. Вот это и вот это. Можно тоже использовать. Так. И вот такие кисти есть. Знаете, чуть подороже. 249 рублей. Ну, золотые, прямо красивые. Даже можно фотографии с ними делать. Вот такие кисти, которыми можно работать. Для шоколада можно наносить кандурин. Я же, друзья, пришла в этот магазин посмотреть щеточки для мытья моего дегидратора. Ну вот, нашла вот такие набор щеток. Большая щетка, вот с ручкой очень удобная. И маленькая, да. И, в принципе, они выполняют одну и ту же функцию. Вот это, наверное, то же самое. Да, это то же самое, просто другого цвета. А еще есть просто вот такая щеточка. 39,50. Вот такая. Ну вот, стою, сомневаюсь, что выбрать. Не знаю. Ну, выбор пал у меня, друзья, конечно, вот на такую щеточку. Попробую. Понравится мне или нет. Прийти докупить всегда успею. Тоже еще можно купить в FixPrice, что нам может пригодиться с вами в работе. Это вот пакетики для хранения продуктов. Для чего, например, они мне нужны? Часто, когда я готовлю уже наборы и хочу убрать в холодильник коробочки, то коробочки я сначала кладу в пакет, а потом уже в холодильник. Что здесь еще есть? Еще есть бумага для выпечки. Вот бумага для выпечки, она вместо пергаментной бумаги тоже подойдет. Ну и, наверное, все, что здесь можно нам купить. Пленка пищевая. Девочки, кто работает с трюфелями, пожалуйста, за пленочкой можете тоже приходить сюда. А еще здесь появились пакеты для заморозки с замочком. Кстати, друзья, у меня как-то было видео, я показывала, как я замораживаю продукты. И вот достаточно удобно. И пюрешку можно замораживать тоже в таких пакетиках. Трюфельницам есть терочки для сыра. Вот такие вот. 79 рублей. Хорошенькие. А еще посмотрите, что я нашла. Набор для сыра. Себе прикуплю. Даже просто для фотографий будет очень красиво. Смотрите, какая красота. Лопаток в этот раз я не увидела. Для темперирования шоколада. Ну вот нету таких лопаток, которые нам нужны. Но зато, друзья, есть венчики. Кто варит карамель, пожалуйста, можно использовать венчики и идти за ними сюда. FixPrice. 59 рублей. Есть еще вот такой венчик. Ну, я не знаю, зачем такой нужен. В принципе, такого вполне достаточно будет.
Ну что еще могу посоветовать, друзья? Разные доски есть, разделочные доски. Я использую разделочные доски, когда наливаю шоколад силиконовой формы и сначала укладываю их на доски и также отправляю на стабилизацию. А плюс я произвожу окраску шоколада кандурином тоже на отдельных досках, которые я не использую при приготовлении пищи. Здесь разные, можно посмотреть деревянные, можно посмотреть пластиковые. Кому что нравится, даже вот с узором красивенькие такие. Нашла металлическую миску для тех, кто темперирует шоколад на водяной бане. Вам нужна вот такая металлическая миска. Вот здесь тоже есть. Не нашла мисок для темперирования в СВЧ. Так, вот здесь набор. А вот, друзья. Так, поближе не вижу. Вот, кстати, мисочки для темперирования микроволновки. Наборчик из трех мисок. Очень даже, мне кажется, удобно, потому что надо поменьше шоколада, возьмите маленькую. Надо большое количество, возьмите большое. Так что тоже в фикс-прайсе можно это все посмотреть. И вот такие вот контейнеры. Они тоже подходят для микроволновки. Но такие контейнеры, вот такие, удобны для тех, кто делает клубнику в шоколаде. Затемперировали шоколад, и удобно очень макать. Туда раз опускать клубничку. Вот такие контейнера. А еще я себе нашла бутылочку для воды. Эконом-вариант. 99 рублей. Так как я хожу в бассейн на тренировке, очень даже мне пригодится. И недорого. Ну вот что я нашла еще интересненького для нас, девочки, с вами. Это вот такие контейнеры. Длина небольшая. 2,7 литра, 99 рублей. И высота хорошая. То есть, если какая-то у нас, например, цветок какой-то, да, или как мы на зиму делали с начинками с вами, скажем так, мандарины, игрушки. Очень хорошая высота для этого. Крышечка плотная. И в холодильник хорошо все поместится. То есть, довольно-таки, скажем так, вроде бы небольшой, но компактный и вместительный, мне кажется. Тоже здесь в фикс-прайсе. Есть контейнеры побольше. Вот такой контейнер можно для молдов использовать, пожалуйста. Или, знаете, для всяких там сублимированных ягод, орешков и так далее. Я храню орешки в стеклянных банках с плотно закрытыми крышками. Но в этот раз я здесь таких не нашла. Мне не очень нравится. И орешки там себя хорошо чувствуют. Ну и, конечно, различные контейнеры, которые тут всегда в наличии. Большие, маленькие. Для хранения, ну, просто вот чего угодно. И вот здесь у них еще такая стопочка. Вот большие контейнеры. Я покупала на колесиках. Сейчас я на колесиках здесь не вижу. И ставила их прямо в кухонный гарнитур. Очень удобно. Выкатываешь, берешь, что надо, и все. Ну, вам, наверное, интересно посмотреть, что же купила я. Давайте посмотрим. Ну, как я и говорила, я шла за новой щеточкой для своих дегидраторов. Купила вот такую. Удобная ручка. Посмотрю, будет удобно мне или нет. Купила себе набор вот таких флаконов в дорогу, потому что сейчас к дочке езжу. И вот можно сюда косметику убирать, в баночки наливать, складывать. И удобно брать с собой в чемодан. У меня уже есть несколько таких баночек, ну что-то вот решила еще взять. Дальше купила набор ножей для сыра. Решила взять красивенькие, пусть будут. Ну и для красоты. Побаловать себя, так как решила немножко за собой получше последить. Ну и пригодится. Да? Будем делать красивый овал лица, девочки, с вами. И как уже показывала, прикупила себе недорогую бутылочку для воды. Ну, удобнее, чем простая бутылка. Взяла такого нейтрального цвета. Думаю, хватит мне ее на какое-то время. Ну и зашла в Чижик, друзья. В Чижике купила себе сулугуни. Сыр. Этот сыр не жирный, его хватает надолго.
Ну вот, решила себе взять, чтобы кушать. Ну и купила бананы. Сегодня сделаю себе смузи на перекус. Ну что, друзья, пришла с мороза, лицо все красное, и волосы под шапкой все умялись. Но ничего страшного. Я просто в этом видео хотела показать, что даже в любом магазине, таком недорогом, как Fix Price, который находится наверняка у всех возле дома, можно купить какую-то мелочь, которая пригодится в хозяйстве нам, шоколадье, пастелье, скрасит наш быт, поможет нам в приготовлении и в организации, скажем так, пространства. Но так как я шла за щеточкой все-таки, да, то, может быть, вы в комментариях мне тоже напишите, чем вы отмываете свои дегидраторы, как вы за ними ухаживаете, поделитесь своими мыслями. Ну, а я прощаюсь с вами, пошла готовить шоколад, пошла готовить дальше наборы для своих подписчиков, для своих покупателей, потому что скоро праздники. Три праздника, и готовимся сразу ко всем трем. Это День Святого Валентина, это 23 февраля, это 8 марта. И нужно успеть наготовить подарки для наших покупателей. Ну, а я прощаюсь с вами, увидимся с вами в следующий раз. Всем хорошего дня!